Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Сэхер был похищен, а также если вы не хотите, чтобы Яман умер и покинул нашу серию, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим наш номер. Умрет ли Яман? Будет ли похищен Сэхер или Юсуф? Сможет ли Джанан отправить Сэхер из особняка? Разведутся ли Сэхер и Яман? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом эпизоде сериала «Доверенное». Скажем заранее, Яман не умрет. Потому что Джанан отдает свою печень Яману. Джанан просит Сэхер взамен на эту печень. Джанан просит Сэхер развестись с Яманом. Сэхер делает все, что говорит Джанан, чтобы Яман мог жить. Итак, Сэхер соглашается развестись с Яманом. В результате Сэхер и Яман разводятся. Яман также перенес операцию. Операция Ямана прошла успешно. Поскольку Яман – главный актер в нашем сериале, нельзя ожидать, что он умрет. Но Яман не может найти Сэхер с собой после операции. У Ямана нервный срыв, когда он узнает, что Сэхер хочет с ним развестись. В результате Яман и Сэхер расстаются. В это время Сэхер и Юсуф могут быть похищены за деньги. Потому что у нас есть информация. Согласно полученной нами информации, говорится, что Сэхер или Юсуф будут похищены. Скорее всего, Джанан снова связывается с ростовщиками, чтобы найти деньги для своего возлюбленного. Джанан берет у ростовщиков 100 тысяч турецких лир и отправляет их Эсмерим. Вдобавок Джанан показывает ростовщикам Юсуфа и Сэхер за 100 тысяч турецких лир. Ростовщики могут похитить Сэхер, потому что не могут получить деньги, взятые в долг у Джанан. Но сейчас на повестке дня Сэхер. Так что вероятность похищения Сэхер выше. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкейт. Но Яман снова спасает Сэхер. Сэхер и Юсуф тоже не умирают. Также Яман узнает, что Джанан передаст ему орган перед операцией. Яман не принимает печень Джанан. Зия каким-то образом узнает о ситуации Ямана. У Зии нервный срыв. Благодаря Зии Яман принимает печень Джанан. Но что происходит с Сэхер? Сэхер разводится с Яманом после операции. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Конечно, Яман как-то узнает правду. Яман следует за Сэхер, когда он узнает правду. Сэхер снова выходит замуж за Ямана, узнав правду. Великий конец ждет Джанан из Ухаль. Узнав правду, Яман положил конец Джанан из Ухаль. В конце концов Джанан из Ухаль арестованы и заключены в тюрьму. Таким образом никто не может снова разделить Сэхер и Ямана. Дуйгу же на Али отвечать не будет, потому что Дуйгу – человек, который в данный момент не думает о браке. Али также расстроен тем, что Дуйгу не соглашается выйти за него замуж. Но позже Дуйгу понимает, что ошибалась. Дуйгу принимает предложение руки и сердца Али. В итоге Али и Дуйгу в итоге женятся. Султан до сих пор счастлив браком Али и Дуйгу. Итак, как вы думаете, будут ли похищены Сэхер или Юсуф? Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Я буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы об этом думаете. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья, для большего количества видео. Не забудьте подписаться, поставить лайк, включить уведомления и оставить свои комментарии. Береги себя и увидимся снова. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкейт.